Всем привет, привет! Вы на канале Темный Рыцарь. Я решил все-таки записать еще один видосик. Выложу его либо в этот же день, либо на следующий. Теперь меня видно. Так что еще раз всех вас с праздником. Всем всего желаю хорошего. Круто, классненько. Так что всем привет, всем моим друзьям, зрителям, подписчикам. Огромнейший привет. Они, скорее всего, туда пошли. Опа-па. Так что, видите, меня видно, вот, видите, как у нас все-таки красиво, классно. Отдыхаем. Я сейчас еще раз только что попробовал записать стримчанский, и, к сожалению, не получилось. К сожалению, он опять написал, что это подключение к сети. Хоть у меня, в мой мобильный интернет, работает нормально, потому что я зашел на канал и смог шорт записать. Если бы он работал бы дерьмово, я бы и смог бы данное видео записать. Ну, я записал. В общем, видите как, отдыхаем, кайфуем, балдеем на солнце и все такое. Вот, видите, в итоге все-таки решил второй видосик я записать. Только теперь уже показываю себя. В первом видео жалко, что нельзя было... Ну, как бы, ну, на видео сменить камеру, в том плане, ну, вы поняли, чтобы от первого лица, там, от третьего, чтобы было, такое делать нельзя было, к сожалению. Поэтому я еще по этому поводу, ой, решил записать второй видосик. Нужно будет купить себе селфи-палку, чтобы было удобно ходить. Это у меня, скажу честно, очень быстро рука устает телефон держать. В общем, надеюсь, что у вас все хорошо, что вы с кайфом отдыхаете. И все в этом духе, так сказать, кушаете паски, боретесь, так сказать, у кого круче куриное яйцо, чтобы вы понимали, а то подумаете еще не о том, а. А то есть такие кадры у нас, которые думают не о том. Хотя я тоже, честно говоря, к ним отношусь, а. Бывает тоже, вроде что-то мне скажут, да, а я бах, и не о том подумал. Кстати говоря, после прохождения Гераса 5, ну или после МВ2, я планирую проходить еще раз трилогию метро на хардкоре, на любую концовку. Только я единственное не знаю, на каком канале я буду проходить. На данном канале, где я видео выкладываю, хотя я и на новом, в принципе, канале данное видео выложу. В общем, я пока не знаю, на каком из моих каналов я конкретно буду проходить трилогию метро. Данную трилогию я очень люблю, честно. Большинство игр у меня на канале будет новых, но иногда я буду возвращаться к старым игрушкам, которые я уже проходил. Так что вот такие вот делишки. Так что те, кто придут и будут говорить, опять ты проходишь эти игры, не надо говорить об этом. Я прекрасно все знаю. Если вам это не нравится, просто не приходите на данную игру, и все, приходите на другие игрушки. Как бы я вас не заставляю на данную игру приходить. Я никого не заставляю не подписываться на меня, не ставить лайки. Но если вы это сделаете, так сказать, подпишитесь и поставите лайки, я конечно, буду рад. Как, в принципе, большинство из нас. Здесь, кстати говоря, мы находимся в первый раз. Я, ну, как бы, мы просто мимо проезжали раньше, вон, через вон ту горку, вон там, в общем, вверху. Вон, вы, получается, просто мимо проезжали, когда заблудились. А здесь вот конкретно в первый раз. Я вот хожу вот здесь в первый раз. И тут мост есть. Я как бы не знал об этом. Ну, я много на самом деле где не был. В детстве, конечно, конечно, с друзьями везде лазили. С Михой, с Димоном, и с Серым. Все в порядке играли. В общем, чем мы только не занимались. А? Детство, конечно, у нас было чешуденное. Моментами, конечно, было не очень. Это я не отрицаю. Да, было такое себе. Ну, как, в принципе, у всех, а. Ну, а так, в принципе, детство было кайфное. Видите, вот речушка течет. Во-во. О, меня видно четенько, классненько. Рад моему телефону. Я могу теперь нормально снимать. Вот. В общем, у нас очень красиво. Так что приезжайте отдыхать, если у вас есть желание, будет желание и время. Так что вот так вот. Красиво. Во, нереально на самом деле кайфно, только, к сожалению, не могу телефон долго держать, поэтому данное видео будет не особо длинное. Сейчас я поднимусь наверх, а тут еще всякое такое есть. В общем, я реально искренне вас, я сейчас скажу,
Я реально искренне рад всем тем, кто приходит меня реально поддержать. Не просто поставить вайк и свалить, а кто реально по возможности приходит меня поддержать. Вам отдельное спасибо и низкий поклон от меня, что вы поддерживаете меня. Реально огромнейшее вам за это спасибо. Ой, я камеру перекрываю, если беру другой рукой. Так что вот так вот. Во, вообще чётенько, да? Реально, спасибо вам всем. Я очень рад, что вы правда приходите. Хотелось бы, конечно, чтобы вы приходили почаще, но я прекрасно понимаю, что у всех свои дела, у кого есть свои каналы, ну и все прекрасно понимаю. Но правда хочется, чтобы вы приходили почаще и все в этом духе. Ну, в любом случае, спасибо, что вы приходите и все такое. Вот что я хотел, в принципе, о чем я хотел поговорить, рассказать вам на видео, потому что на стримчанском бывает, об этом не поговоришь. Все такое, больше надеюсь, что много людей данное видео посмотрит, узнает информацию. Трилогию металла я точно пройду. Так что вот такие вот делишки. Либо в конце апреля, либо в мае я начну ее проходить, а может быть и раньше. Еще раз всем спасибо. Желаю всего наилучшего. У нас просто реально очень кайфно, погода охуительная. На великах мы катаемся. Давно не катосили. Интересно, в данном видео, в том старом, в другом видео, которое я записал, вы угадаете, какой, вы угадали или угадаете, какой из трех велосипед мой? Реально просто интересно. Что вы думаете по этому поводу, в информации, которую я вам сказал? Напишите свое мнение в комментариях. Серега Channel, ты пишешь очешуенные классные комментарии. Молодец. В общем, вот, посмотрите. Как красиво, чётенько просто. А, это просто вообще кайф. Всем еще раз спасибо. Всех с праздником. Всем пока-пока. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Я выключаю.